Дорогие радиослушатели, вы настроили приемники на волну радио «Голос Анд». Напоминаю, мы вещаем на частоте 13 800 кГц, в диапазоне коротких волн 22 метра. Каждую субботу с 15.30 до 16.30 по всемирному времени. Пишите нам по адресу: Россия, город Воронеж, индекс 394-036, абонентский ящик 585. Голос Анд. В течение этого получаса вы услышите следующие передачи. Завтра наступает сегодня. Далее вы услышите передачу из архива Русского христианского радио «Путь, истина и жизнь». В заключение прозвучит программа «Вечная истина». Изучение Библии книга за книгой. Ведущий – пастор Геннадий Строков. Дорогие радиослушатели, мы желаем вам хорошего приема и обильных благословений от Господа. Дорогие радиослушатели, с вами программа доктора Сейла «Завтра наступает сегодня». И уважаемый автор предлагает подумать над тем, что делать, когда сатана препятствует нам. Даже апостол Павел в своем письме к Фессалоникийской церкви писал: «Я, Павел, и раз и два хотел прийти к вам, но воспрепятствовал мне сатана».